Приветствую на нашем канале. Завод отмычек, замочек Эльбор, четырехригельный, четырехоборотистый, шестисувальный. Сейчас мы его будем вскрывать нашим инструментом, наборными ключами. Производим сами этот инструмент. Также обучаем профессии, вскрытию любых замков автомобилей, квартиры, сейфов. Просто любых. Первый оборот открыли, ключик убираем, по этому ключу мы будем открывать третий оборот. Поэтому я сразу как бы взял два наборных ключа, можно как бы и одним наборником работать. Но здесь, так сказать, в целях как бы экономии время, износа ресурсов инструмента, четырехоборотистый проще как бы так открывать двумя. Ловушку заехал. Так.
поехали. Чувствуется. Второй ворот открыли. Которым открывали первый оборот, открываем третий оборот. Ну и соответственно, тем ключом, которым мы открывали второй оборот, мы сейчас откроем четвертый оборот. Чистенько, без каких-либо поломок. Замочек этот полностью в рабочем состоянии. Повторю, замок новый. Вот так вот открываются сувальдные замки. Кому интересно, обращайтесь по обучению, по инструменту.